The Century. До того, как я сюда приехала, в принципе, я знала, что это отель довольно высокого уровня. Сейчас мы с вами просто посмотрим, что он из себя представляет, оправдывает ли, скажем, он свой рейтинг. Депозит здесь только паспорт. Боже, мне нравится все больше и больше. Вот еще раз зона бассейна, там дальше теннисный корт. Все, подойду к бассейну. Вот все такими, смотрите, меленькими деталечками. Все, вот спущусь вниз и покажу. Смотрите, такие вот мелкие-мелкие деталечки, из них все складывается. Это же, ну, здорово. Смотрите, вот такие вот просто милые, скажем так, столики, стульчики. Так, смотрите, какой бассейн. Он достаточно большой, смотрите, многосекционный такой. И вот они, горочки. Ну, это очень большой бонус для детей во Вьетнаме, скажем так. Побежали к зоне теннисного корта. Смотрите, все цветочное, все зеленое. И это еще не центр Муйне. Почему-то мы вчера вышли из своего отеля Сен-Ансанс и думали, что это центр. И мы аж расстроились. Но, блин, там реально нечего делать. Мы вышли вчера, два рестика и все. Ну, вот так вот. Сквозь кустики вам покажу. И бежим, бежим, бежим к пляжу. Кстати, вон я еще пока бегу, вижу детскую горочку. Футбольное поле есть. Здесь меня никто не убьет, я срежу путь. Ворота. Так, бегу на детскую площадку, чтобы вам ее показать. Качельки. Так. Надо убегать. Вот, смотрите, как траву поливают. О! Все. Так, бежим к пляжу. Есть очень маленький, но такой прям мини-курятничек. Не знаю, может быть, здесь еще живет кто-то, потому что рядышком есть еще одна клетка. Ну вот мини-зоопарк есть у нас. А для детей нет площадки. Нет, ну конечно. Сейфы во всех номерах есть. Бунгало есть халаты. Ну, это хороший бонус. Смотрите, там дальше барчик у нас. Это, в принципе, зона ресепшена, тире-бара, скажем так. Сейчас смотрите, какой здесь потолок. Смотрите, потрясающе. Какое просторное. Ну, ванная комната среднего размера, но в камере все отделено друг от друга, не надо пол водой измазывать. Извиняюсь, зона шкафа, все очень как-то гармонично. Так, все они так придумали хорошо. ТВ-зона. Отпуска перед тем, как заходить. Хотела помыть, но посмотрела. Там такая красота наведена. Ну, для нас навели, конечно. Значит, эта штука для того, чтобы вы приходите с пляжа и просто обмыть ноги в такой цветочной воде. Сервис. Так, ну, здесь уже как-то, вы знаете, уже хорошо. Мне, конечно, очень плохо видно, очень сильно отсвечивает солнце, но уже пляжная полоса здесь, смотрите, даже продают там вдалеке фрукты. Тоже прямо на пляже можно сделать себе коктейльчик. Уже пляжная полоса хорошая. Вот здесь прямо такого ракушника сильного не видно. Достаточно хорошо. А вот еще смотрите, какая-то зона барная, такая вечерняя, прямо вот она. Здесь есть бильярд.
Сейчас я вам покажу. Здесь есть сцена. Это, предполагаю, что вечерняя анимация здесь есть. Возможно, не ежедневная, как у нас уже было, да, с вами опыт в предыдущих отелях в Фонранге. О, русскоговорящий персонал есть в отеле. Это здорово. Зона ресепшена очень такая хорошая. Дальше бассейн на виду. Даже в бассейн две детские горки. Там торчат такие. Ну, они, конечно, малюсенькие, но тем не менее. Номер 104. Убью! Что у нас здесь? Кровати. Сними обратно. У тебя остальное все сфотографировано. Давайте пойдем в ванну. Ну, небольшая, но, знаете, там полотенце у нас. А где тут пол-ю? Вот это вот. У нас туалет. И, в принципе, ванная принадлежности. Зона туалетного столика. И вот эту зону с ними. И вот, смотрите, у нас есть еще вот она, зона ресторана. Сейчас я так попробую подняться. Надеюсь, меня не попросят оттуда. Ну, просто хотя бы зайти посмотреть. Смотрите. Уже, конечно, не накрыто, точнее, уже все убрано со столов. Но так очень хорошо. Вы знаете, даже вот те, кто будет сидеть вот так, как я сейчас стою, будут иметь вид на море. Ребят, по поводу отеля Moneda de Centauri. Очень я довольна этим отелем. Очень мне нравится все, в принципе, его расположение, что он из себя представляет, его концепция. То есть я очень рекомендую, несмотря на то, что это не, скажем так, не самый центр, очень даже положительные у меня ощущения остались от этого отеля. Мне кажется, потому что он по отзывам очень высокий, по рейтингу очень высокий, это оправдывает его стоимость. Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефонам, указанным на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.